Так, ну что, дальше прохождение идет. Перед нами гробница Хеопса. Вот вас сейчас мне не хватает. Вот вообще мне просто никак вы не нужны. Связываться с вами. Давай ползи на пирамиду. Пирамиду Хеопса. Пирамида. Замечательно, очень рад. Ага. Ты, блин. Так, не падай. Не попадай, вся. Блин. Как лесенка. Как интересно делали. Технология-то все равно не раскрыта. Есть гипотезы всякие там. Как египтяне строили пирамиды. Ближний Восток. Это вообще ни о чем. Я когда-нибудь поднимусь сюда. Шлифовали камни. Оно на самом деле высокое. Видимо, и подняться будет трудно, чтобы показать, как бы, что ближе к реальным. А здесь вот золотой купол. Из золота или золотом обшитый. Знаки. Всякие. Какой глупец разбил здесь лагерь. Надо взглянуть. О. В таком одеянии нужно на какие-нибудь задания ходить. Что-то кого-то там брать и или атаковать, или еще что-то делать. Как раз таким он. Здесь нужно найти табличку. Я надеюсь, это этот вход в пирамиду. То есть мы внутри пирамиды. Скорее всего, ловушка будет какая-нибудь здесь. Так, сюда. Как правило, здесь змеи, кобры. Ядовитые не очень. Даже еще глубже.
Это ж сколько нужно было внутри сделать ходов, чтобы еще сюда поступал кислород. Не падать. Не надо. Ретрансляция. Сегмент 3. Поиск совпадений во времени. 95-й день после Великой Катастрофы. Говорит посланник. Знаешь, почему я обращаюсь к тебе? Это предначертано, что ты придешь. Именно в эту комнату. Именно в эту минуту. Стены предупредили нас, когда мы еще были. Взгляни на них. Разве они не прекрасны? На стенах страшная история. Мы записали ее на наше здание, на наши артефакты. Ее не изменить. Это тайна, которую не разведать. Мы пытались. Наши ученые и мудрецы, поэты и физики, лучшие умы, храбрые сердца. Они все пытались изменить хоть что-то. Мы не смогли. Ничего не смогли перестроить. Даже ход истории, что записано здесь. Но кем, неизвестно. Они повествуют о настоящем, нашем прошлом и нашем далеком будущем. Люси... Мы не смогли изменить линию. Мы не смогли добавить Даша точку. Стало ясно. Можно лишь передать знание. Но кто его примет? Ты. Мы убрали способность читать истории из исходной модели. Дверь таит в себе загадку. Нужно ее разгадать. Таковы слова Брута, сказанные в крипте под Колизеем 2000 лет назад. Той крипте, что он зарисовал, как умел, но Брут не видел. И вы не видите. У вас есть часы. Вы отсчитываете дни по календарям. Но вам не под силу осознать простейшие вещи. Увы. Время все еще никому не подвластно. Но час пробил, завеса снята, а идет, наконец, становится явным. Да, вам не дано их прочесть. Все идет так, как записано. Но что-то следует изменить. Вам невдомек, что стоит на кону. Читатель бессилен, он созерцает, но писатель творит будущее. Для него он хозяин. В его будущем больше нет Люци. В его будущем новая глава вернет близкого человека к жизни. В его будущем люди превзойдут самих себя. В его будущем, я на это надеюсь, мы сможем сосуществовать. Так, нужно теперь найти табличку после этой передачи данных.
здесь еще комната потайная, где находится богатство или что-то здесь такое. Сколько золота натащили сюда. Так, разбейте печь, чтобы открыть запечатанную дверь. Что Так, а где-то здесь, где здесь-то запечатанная дверь? Это вот это оно и есть. Так. Так, и это еще не все. Так, тот, кто смелится, будет смелым. Вот тебе и табличка. Скорее всего, это здесь. Эти надписи времен Старого Царства. Вот такой бывает, да. Не так просто найти. Так, выход в эту сторону, скорее всего. Так можно и заблудиться, и не выйти, и остаться. Это ж лабиринты те, кто делал карту, имеет, видимо. План размещения хода. Вход, выход. Еще глубже вниз. Монетки. Золото везде. Так, на этот раз где выходим? В ночь. Мне кажется, где зашел, там и вышел.